Германия, 23 января, вечер. Сейчас я вам скажу точно, сколько время. Сейчас опять часы забыл, 2:08. 8:40 мы находимся, как вам объяснить, в Алании. Кто хоть чуть понимает, где сейчас вы поймете, если еще не поняли. Слева сейчас будет налогово. По пути на Клеопатру, но на Клеопатру мы сейчас не пойдем. Мы пойдем влево по улице 25, на которую мы сейчас выйдем. Мне очень нравится вот эта дорожка. С велодорожкой нормальная. Вот когда я имел в виду, что там велодорожки сделаны стрёмно, но имеется в виду, что вы попадаете на них постоянно, когда с кафешек выходите, с пляжей. Вот она. Вот на эту дорожку я уже никак не выйду. Ну, то есть, если выйду, тогда я, естественно, буду только об этом и думать, потому что я на нее вышел, она на дороге. А там они просто вот реально... То есть, представьте, мне в это здание надо, а между ним и этой пешеходной зоной находится велодорожка. Вот там они все не в тему, конечно. Вот эти вот улицы обожаю. Смотрите, как ярко у них там светится кофе. Кофе, компанна. Как-то так. Ой, как тихо, когда машина. Боже, давайте ближе даже подойдем. Смотрите, сколько там огоньков. И там даже он мультик показывает. Ё-моё, можно поставить мультик посмотреть, друзья. Но вам не видно. Вон телевизор, там мультики сейчас идут. Какие-то. Очень красивая у них иллюминация. Вот в этом магазине кошка живет днем, когда здесь хожу. Она всегда здесь такая. На маечка, кстати, похожая на нашу. Вот не вижу, ночует она там или нет. Или ее забирают, или выгоняют на ночь. О погоде. Очень мне сейчас комфортно. Очень комфортно. Очень комфортно в том плане, что я в расстегнутой куртке, в теплом свитере. Хорошо, что я не надел джинсовую зимнюю. Она теплее, чем эта кожаная. Тогда было бы, возможно, жарковато. 16 всего лишь градусов, но они, друзья, вот ветра нет абсолютно, от слова совсем. Я вспоминаю, как вчера, мне даже страшно было на маяк идти, такой был ветруган. Сейчас очень комфортно, вот просто очень. Естественно, не в футболке, хотя не смертельно сейчас была бы и в футболке, вы знаете, если кто-то выйдет вдруг, даже в шортах. То есть вот эти 16 градусов, они могут быть очень холодные, вот как было вчера, хотя вчера даже выше была температура. Но был просто ужас. Я у Хасана не мог даже надолго задержаться, потому что я замерз. Там подписчицу встретил адекватную, хорошую. Разговорились, но я бежал домой, потому что мне реально было холодно. Сейчас же вообще просто сказка погода. Лишь бы не было холоднее. Но холоднее не будет. Я смотрел, там даже такая фишечка, такая перепад, вот как я часто рассказываю, что к полуночи бывает теплее. Там 16 идет, потом где-то часов... В 9:15, потом в 10 опять 16, и до двух ночи, по-моему, ниже 16. А что там? Кафе, кафе Джой. Смотрю, люди режутся в этот хоккей, наш детство мое. Хоккей или футбол. И там довольно много игровых автоматов, детская зона большая. Видимо, в кафешку ходят с детьми много людей. Тостос парк. Да, там прямо он какой-то... Детский персонаж нарисован. Детская кафешечка, наверное, я так думаю. Кому нужна налоговая, вот она налоговая слева. И мы сейчас будем выходить на улицу 25. Налоговая называется Верги Дайреси. Верги. А миграционная служба Гёче Дайреси. Русскоязычные девчонки с детьми вышли оттуда, с кафешки. Башкент госпиталь, друзья. Вон на большое здание. Почему-то темное все. Странно прям. И, ну, есть несколько вариантов. Либо пройтись по улице 25. Да, да, я хотел сказать, можно выйти на Ататюрка. Можно выйти на Ататюрка, но нельзя, потому что по вот этой прямой улице там объекты есть, которые запрещено снимать. То есть там нельзя идти с камерой. Поэтому, хотя улица интересная, но с камерой там идти нельзя. My Flower. Это отельчик, да? Кстати, не замечал как-то его здесь 100 раз ходил. А вот он, да, My Flower. А парчик вот такой вот, довольно немаленький. Туда направо мы можем пойти на Клеопатру. Там и Сазданер будет наискосок. И Мигрос. И дальше, за Башкентом. Так, ну, в принципе, да, я готов был даже выйти на улицу Ататюрка. Но вспомнил, что там нельзя снимать. Поэтому идем. Мы вышли на 25-ю улицу, друзья. Улица 25 метров. Даю вам еще осмотреться. Ночное качество тут хорошее. Привет всем любителям ночных прогулок.
Тоже сегодня как-то не получилось у меня днем выйти. Честнее сказать, проснуться. Проснуться не получилось. Не, если бы я только как проснулся, бежал бы на улицу, я бы успел бы погулять еще по-светлому, но... Затянулось как-то все. И опять я... Днем никуда не попал, зато вчера у нас была замечательная прогулочка, даже несколько частей отснял вам, и под монтаж было. Сегодня вот выставил сейчас час назад, и полтора часа прошло, как выставил вчерашнее видео, третье, по-моему. Я думаю, что вам понравилась большая прогулка там с Клеопатры до набережной Порта. Я не знаю, куда я вас сейчас доведу. Сильно надоест, то попрощаюсь с вами в любое время, друзья. Под монтаж сегодня просто не буду уже снимать, потому что самовар какой шикарный. Шалеп 80. Ну, 80 лир за шалеп, знаете. За стаканчик, как бы, для меня точно не дешево. Шалеп напиток, так сказать, молочный, он не молочный. Салеп, шалеп, как он там называется правильно. Попробуйте, я его покупал в магазине. Причем они его пьют горячим, а мне нравится он, я в магазинах, в тетрапаках литровый покупаю. И мне он нравится, комнатная температура. Холодный он, ну, не то что не вкусный, холодный его не надо пить с холодильника. А вот комнатные температуры, ну опять же не зимние, а летние комнатные температуры. Очень вкусный напиток. Там вкусное место, куда мы с Ирой и Уналом ходили, вверх туда за Трюксель. Так, Аннушка, привет, не пойду я сейчас тут музей искать, но, честно, ты меня вообще запутала, я не знаю, где он находится. Если ты говоришь, что Гёч там рядом, то Гёч, она, в принципе, ну, она дальше, она существенно дальше. Гёч еще идти по прямой, ну, немало. Так, я вот думаю, а, в принципе, да. В принципе, давайте мы по этой дороге выйдем, и мы еще пройдемся с вами и по улице Ататюрка. Это был маленький проходик по улице 25, а теперь мы идем на улице имени Ататюрка, друзья. Два в одном. А если еще довезу вас до порта, будет три в одном. Да, это ж мы выходим сейчас уже на Вайкики. Это уже дорога. Скан Плаза. Тихо, спокойно, вы пишете, Алания такая грустная, когда нет людей. Боже, за такой кайф, когда в ней нет людей. Я даже вам передать не могу, насколько же это круто. И как летом это все надоедает. Когда бегают люди, вот здесь суетливые, нетрезвые. Все куда-то блетят, спешат, блин. Всех надо обходить. Чтоб не было шума, надо ходить только ночью. Ой. Любитель вот таких вот прогулок, когда нет людей, вы меня понимаете. Это классно. Так, давайте я перейду влево, потому что я здесь ничего не вижу сейчас. Ну, в смысле, тут ничего нету. Там я хоть какие-то витрины буду вам показывать. По той стороне улицы. А по этой стороне вообще просто ничего нету до Вайкики. Поэтому прихожу сюда, и мы смотрим с вами просто витрины магазина. Кто-то может увидеть даже свой любимый напиток, и ему будет приятно. Что пьют в Турции? Конечно же, очень много напитков из водички Кизо. Интересный какой. Не вижу, что за вкус там. Видите, сколько у них много. Но все вкусное, вкусное. Грушевые, лимонные, яблочные. Всякие, всякие, всякие. Даже сладкую вату Ромка может купить. Сюда перешел, тут сразу витрины и сразу люди. Люди начались. Люди начались. Так, а вот интересно, обменка, наверное, будет закрыта сейчас, да? Опять не покажу вам курс валют. Хотя особо он особо никому не интересен, судя по тому, что я вчера показал. Неинтересен. Вот это я сказал, ну, русский с украинским миксаном. Интересен. Печенюшки. Все съели, поставили витрина. Рома, кафе. Да что ж мне каждый день Рома видится? Я только вчера гулял, вам показывал. На автомобиле Рома была, а недвижка. Тут опять Рома. Ни дня без Ромы называется. Да, мадам?
белые розы. Котеек меньше стало, друзья. Когда вот такая температура, ну она-то не холодная, но, видимо, котейкам она не очень комфортная. Вы видите их, ну, блин, нету их по улицам. Они сидят в огромных местах и считают, что это холодно. Они тоже низкие. Боже, луна, я тебя приветствую. Вот это да, еще и полнолуние. Ай-яй-яй, какая красота. Уже забыл, когда она была. Она показывалась на днях, но... Показывалось, исчезало это здание музейного типа такое, я не знаю, что здесь, но здание явно памятник архитектуры, истории. Неужели там просто, не, ну там не живут люди, это скорее всего, может быть, административное там что-то, если не музей. В оба надо сходить. Погулять, вы спрашиваете, что там. Я думаю, друзья, что там, как я вам сказал, когда я там был последний раз, это уже давно было по набережной, я вам сказал, что законсервируют, заморозят эту стройку до лета, до весны, опять все лето будут строить. Наверное, так оно и будет. Но они это дождями объясняют. Не, ну, в принципе, они то правы, потому что дожди же реально идут. А так делать, как в странах Советского Союза, когда идет дождь, и тут же асфальтоукладчик катает асфальт, да, который потом... вылетает с колесами машины, через месяц его уже нету. В принципе, тогда можно это все оправдать и сказать, что это правильное решение. Просто хочется верить, что по набережной оба уже туристы будут гулять в сезон по новой, отремонтированной. Канакхан, Перла Платинум, Чадаш Кундура, Назлы Текстиль, все там. Джума Пазара по станции. Тут, как всегда, продолжаются фантастические цены. Называется «Забери бесплатно». Это фула мода. Если кто еще не знает. Это же 99, 179. 99. Доллар у нас 30-ка. Кто в лирах не ориентируется. Людей как-то немного, вы знаете, мало совсем здесь людей. А тут мороженки бывает много людей. В обычный даже день был. Ну, обычно сегодня день и есть, как вторник сегодня, да. Мороженка у них вся закончилась. Это много всего печеного. Вижу и баклава, и разные сладости. Ёпарс, это, я думал, у меня галлюцинация, друзья. Это снеговик. Видите, это снег настоящий. Настоящий реально снег. Зима, так надо быстро застегиваться, одевать капюшон. Прикольно они сделали. Вынесли, видимо, откуда-то что-то у них там морозилось. Джума Пазара, вон, вход пятничный рынок. Да, все, обменки уже все. Вот если бы сейчас надо было поменять денежку, денежку уже не поменяешь. Обменка уже финиш. И одна, и вторая. Котик, иди сюда. Иди сюда. Ну, будешь есть, не? Предлагаю тебе. На. Давай, 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 на. Давай, на. Тут тебя тут еще покормят такое время. Иди, иди. Я, кушай. Ну, такое впечатление, что сейчас час ночи или два часа, да? То есть вот, ну... Есть же все равно туристы, есть отели, которые работают круглый год, есть туристы, которые вечером выйдут погулять. Почему обменки не работают? Не знаю. А видите, людей почему-то нет. Хотя по сравнению... Может быть, многие замерзли вчера, кто выходил вечером гулять, потому что реально дул какой-то просто, ну, ветер вообще, который... По градусам-то было тепло, но по ветру вот оно настолько сбавляло все это, что было аж реально холодно просто. Может, поэтому людей мало сегодня гуляет, потому что вчера обожглись этим ветром, не знаю. Помолчим. Машин тоже немного есть, но немного. Ну что ж так быстро, я еще не успел перейти. Куда же вы так спешите? С светофорами, я имею в виду.
Так, ну, есть люди, да, ходят. Вон мужчина даже в шортах пошел. Ну, в общем, мало людей. А тут уже по улице вот люди ходят. Самокатного не вижу вроде. Я должен пройти его посмотреть. Вдруг я его сейчас найду. Тепло. Тепло, я боюсь, лишь бы жарко мне не стало, потому что спина сильно мокнет, потом будет холодно. Дальше тут у нас интересно. Не видно вроде нашу Катюню. Вчера я был, его тоже не было, да, по-моему? Вчера. А позавчера он сидел на вот этом столике здесь. Ну, где-то здесь. Где-то здесь просто тоже. Не совсем ему тепло на улице. Он где-то днем сидит, вечером уходит. Что, прощаться с вами или довести еще куда-нибудь вас? А кто-то наверняка хочет Красной башни. Кто хочет Красной башни? Ой, это еще далеко. Иду медленнее, то чувствуешь, немножко жарко начинает становиться. Сбавил немножко ход. Везде индеримы. Скидки. Человек, он в шапке. Теплой застегнутой куртке. Зима. Зима. Плюс 16. Зима. Че ж не зима? Зима, конечно, зима. Кто не верит, спросите у кого-нибудь рядом, зима сейчас или нет. Так что этого турецкого гражданина можно понять. Так, где ж на морда наша фонтанная? Я уже несколько раз проходила осенька. И фонтан работает. Кстати, я реально удивлен, что людей совсем мало. Можно даже сейчас спокойно сидеть на лавочках, потому что абсолютно не холодно. Абсолютно не холодно. Очень удивлен, что как-то людей маловато сегодня. Время то 9 часов, время не позднее. В 8:59, о, как я четко сказал. Про 9 часов. Сейчас будет. По улице туда на Клеопатру тоже все работает в основном свете. Само не все, но... Многие заведения тоже людей как-то особо не вижу. Фух, здесь у нас центр, но тут молодежь может к 11 будет сюда приходить. Сейчас тоже как-то пусто здесь. Капитан Блэк кто-то. Точно. Чего, по-моему, нет в Турции. Слушай, да, познакомый. Фонтанный, ты ж где-то здесь, но вышел бы, я б тебя покормил. Где ж
Ну реально, коты все прячутся просто, видите, вот что-то они... С летом идешь, они повсюду, то сейчас вот вечером, когда температура... Она не холодная, но для них, видите, она... Они тоже, наверное, в шапках, как тот мужчина, который я сейчас видел. В шапках и сидят где-то в укрытии. У теплых буржуя где-то сидят, греются. Никого ни один нет, видите. Никого. Тамиз-отель. Чистый Тамиз. Ой, как, боже, как классно, когда никто нигде не ездит. Боже мой, какой релакс сразу. Ай-яй-яй, какой кайф. Вообще просто. Здесь машина едет, блин. Так, улица Барова, даже здесь тишина и спокойствие. Полное сейчас, не знаю, что будет в 11. Но сейчас полное. Полный релакс и здесь. Один человек там на всю улицу идет. И кафешки даже вот эти закрыты. Они часто бывают работают сейчас. Сейчас не работают. И здесь все закрыто. 9 часов всего лишь. Херсончик. Херсончик мира, да, братья, любимый мой город. Херсончик. Машина из Херсона, если кто не понял. Днепр. Днепр, мира, добра, всем привет, Днепр. Куча народа там знакомых и родственников тоже. Тут молодежь гуляет и все, больше никого. Мужик в тумане. Набережная Порта, я не вижу ни одного человека. Одного вижу. Два едет велика. То есть почти там сейчас никого не будет. Есть какие-то дни, да, я еще летом заметил, не беря в учет внимания туристов, а я заметил, что есть такие дни, когда я даже по овощному сижу там на Хадже. Иногда это овощной работает до 2 часов летом, и в нем 1 час ночи заходишь, есть покупатели, человек 10. А в какой-то другой день, причем это не выходные дни, это имеется в виду дни обычные среди недели, а в другой день заходишь, вернее, проходишь, а он не работает уже в 12 часов, и Хаджет пустая, нигде никого нет. Как-то вот по дням у них зависит. Выходные это другое дело, да, я знаю, что в субботу, в воскресенье больше людей везде, и они до самого утра могут быть, но дело не в выходных днях, а в обычных. Как-то они вот, о, я уже чуть не забыл, что я вроде как... Вроде как пообещал вас на Красную Башню, то есть на самом деле не обещал. Сказал, что постараюсь. Тут никто не сидит обычно. Сюда. Вообще удивительно, что так мало людей сейчас здесь. Хотел уже туда спуститься. Вон 3 человека идут по набережной, все. Пацаны у фонтана сидят. И все тоже. Девчонки там еще где-то смеются. Тоже молодежь. Хорошо, ветра нету, так комфортно вообще сейчас гулять именно. Если бы я сидел на лавочке или просто стоял на месте, может быть, даже бы сказал, что немножко свежо. Кстати, вот сейчас, да, то ли, я не знаю, то ли то, что к морю подходим, вот сейчас немножко здесь так, мимо ушей пролетели такие струйки, потоки такого воздуха слегка освежающего. Не холодного, но такого, знаете, уже... В принципе, температура моря сейчас теплее по-любому, чем температура воздуха, поэтому из-за моря холода быть не может. Наоборот, даже оно не согревает. Кто-то ходит в этом парке. Очень-очень мало людей, единично люди ходят по набережной, работает пандочка с Хасаном. Thank you.
Напишите, если смотрите, кто пытался себе уже искать на лето что-то, ну, на сезон. Напишите, как цены по сравнению на предварительное бронирование, как цены по сравнению с прошлым годом. Насколько они изменились, не изменились. Кто уже что-то себе забронировал, хвастайтесь. Классная прогулочка получилась для любителей длинных пешеходных прогулок, даже для любителей прогулок в темное время суток. Все для вас. На кухне работа кипит, рыбку смотрим внимательно, съедим обязательно. Денизли в рыб 1200 лир, чуправа 750 лир за кило. При заказе в ресторане. Ну, в эту цену входит, конечно, и салатик, и лепешечка, я думаю. Есть люди, немного, но есть ужинающих. Нума-нума-порт. Так, мужчина поет. Вот мужчина, который поет, он находится не наверху, а снизу вход в тот ресторан. Который сюда поет. Вон там посредине, на средних этажах. Сейчас, я думаю, возле Красной башни будет людей немного. Хотя будут, конечно, молодежь будет чисто. Прикольно днем тут ходить, конечно, вчера днем прошелся, поскольку днем я тут бываю реже, чем ночью, наверное. Мне по приколу днем ходить здесь тоже. Что поделать, друзья? У меня 20 лет уже такого режима ночного, поэтому даже в обед просыпаться, ну, сложно мне. Потому что я спать ложусь утром. Я спать ложусь в 6, 7, 8 утра иногда. Ну, летом-то вообще я в обед могу спать ложиться. Что-то переделать, ну, очень сложно. Уже организм настолько привык. Я люблю ночь. За то, что мне меньше машин. Кто-то угадал, откуда это. Понял, так, а где моя музыкальная плитка? Что-то тебя или починили, я тебя стал проходить, не замечать. Музыкальная плитка. Где ты? Дальше что ли? Стоп, а где ж? Забыл. Вот она ты, что ли? Ага. Она уже не такая музыкальная, как была. Я ее нашел. Калите контроль. Что такое калите, кто знает? Входим, идем в музей. Лиман Башкан-Лиги, это типа, ну, администрация вот этого района Лиман. Я не знаю дословно, как переводится Бакан-Лиги, это я интуитивно там перевел. Принский домик. Так. Да, людей тут совсем мало. Ну, в Харборе, может, и немало. А тут на смотровой. Даже меньше, чем я думал, реально. Вот я не знаю, как это объяснить. Почему на самом деле так мало людей сегодня вечером? Не, вчера тоже толпы особо не бегал, какой красавчик. Космолет прям. Но, мне кажется, вчера больше людей было. В какое я время был вчера здесь? Чуть раньше, чем сейчас, конечно. Чуть раньше. Человек 15 здесь, в общем, присутствует. С гитарой есть, ребята. Блин, а я, по-моему, денег вообще просто нет. Просто вообще в карманах. У них нету этого. Картоприемника, карточкой заплатить, ребята. Нету такой возможности у них. Мелочь у меня там есть. Хотите мелочь, кошелечка разве что? Не знаю.
Вообще ничего нет. Бумажных 100%. Всем привет, кто любит пляж. Красная башня. Сейчас такие цены, что мелочь уже как-то стыдно. Но может у меня 5 лир все-таки найдется. О. Есть. Есть, ура, я даже не знал, я богат. У меня 15 лир нашлось в кошельке. Здесь сумик оставлю на всякий случай. Пятерочку ребятам кину. Вода прозрачная, друзья. Кстати, да, вчера же вот это такой ветер был, я ожидал, что такой шторм начнется, видите. В принципе, ну, неспокойное немножко здесь море, то есть там слегка волночки есть, но супершторма точно не. Дадим 5 лет, но зря что-нибудь всегда. Башенка. Двадцатка там лежала максимальная, то, что я увидел. Красивая песня, голос красивый. Спасибо. Давайте туда пройду сейчас еще. Слегка, не часто я туда захожу, но... Пока еще не мокрый, потихонечку сейчас туда залезу. У меня деньги в кошельке, я богат. Я помню, что у меня там 15 евро лежало по пятерке. А лиры вроде не было ни одной, откуда они взялись. Прям удивительно, что-то я, значит, не запомнил. А, с рынка оставались. Я думал, что я их уже потратил. Брат. С рынка воскресного. 35 оставалось. Я вспомнил. Ой, старость не радость. Наверх куда-то поднимешься. Люди тут ходят, что удивительно. Может, там молодежь есть даже. Не знаю, тут вообще никого сейчас не было. Народу полно. Не полно, но... Такой узкий проход, когда тут туристы летом ходят толпами. Не знаю, что происходит. Тут повырубывали много цитрусовых деревьев. Сейчас нету вот этого запаха цитрусов, который тут часто стоял сюда все годы. Фух, мне жарко стало, мне поднялся. Жарко стало. Тут даже водичка освещается. Нанесло штормика. Не искупался, как-то быстро закончился сезон. Знаете, планировал здесь искупаться, так сказать, первый раз в жизни возле крепости. Но вот это надо было утром прийти, когда здесь никого не было. Может, когда тут толпа людей, я тут не купался. И так вот оно как-то я не успел. Быстро все закончилось. Просто не успел. Наслаждайтесь. Надеюсь, вам видно. Ну, видно, да, я думаю, она же подсвечивается все-таки. Наша площадь подсвечивается. Так, дальше там темно. Куда мы не пойдем, наверное. Кафешки тебе там сейчас не работают. Там тоже люди ходят, кстати. Уже удивлен, можно сказать. Вот она, луна, как всегда, одна. Вас уже выключат, ну? Ну ладно. Да он же ж камерой машет во все стороны. Перестань снимать, это не твое. Что он снимает? Нафиг все. Недовольны.
Я ж вас никого не держу здесь. Чё ж вы гадите, приходите? Я ж вас не трогаю. Каждый день столько мусора, даже зимой. Летом вы вообще не представляете ежедневно, что мне приходится перечитывать и удалять. Даже зимой нет такое. Фух. Туда. Найдемте, еще чуть пройдем, окей. Еще чуть пройдем. Это маяка вряд ли я вас доведу. Ну и так, классно, мы погуляли. Честно, к башне даже не... Вообще, если честно, я вообще снимать сегодня не планировал. Я хотел прийти на Красную башню, включиться на 2-3 минуты, рассказать о погоде и выключить. Получилось, что мы с вами... Богу, сколько еще наснимали, сколько я прошелся. Без пауз монтажа, друзья. Ничего не вырезаю, не удаляю. Изучайте Аланию. Видели, как пройти от Вайкики в башню, от башни к Вайкики, на улице 25. И так далее, и так далее. Все. Все очень просто, когда смотрите мои видео. Еще Днепр стоит. Днепр, привет. Вот Алания. Пассажирский терминал. Морские ворота Алании. Здесь тоже пограничники. Это почти как в аэропорту, когда приходят круизные лайнеры. И другие какие-то. Сейчас дыма запах, не пойму откуда. Прошли мы с вами уже, знаете, так даже километриков несколько. Километриков несколько прошли. Здесь не забываем, когда идем вечером, а тут вот сейчас будут ступеньки. Их не видно, когда темно, поэтому осторожно здесь ходим. Здесь один спуск вот резкий, тут можно убиться. Раз, там еще один и третий еще. Мы пришли оттуда. Ну, километра 2-3 мы с вами уже прошли, я думаю. Ну, 2 точно. Бомбалык. Буквально человек 6-7, не больше. Чего больше? Так, осторожно. Еще одна ступенька. И там еще одна очень большой подъем, спуск. Осторожно, здесь будьте вечером. Вот там осторожно, когда заходите. Там стоит эта фигня, чтобы не заезжали туда на двухколесных средствах транспортных. Об нее многие идут, цепляются, не смотрят ногами, цепляются, а летят прям лицом в асфальт. Это опасно. Опасные полеты. Хорошо, Женя напялил куртку теплую, блин. Джинсовая с подстежкой, потому что она теплее этой. Точно было бы жарко. Ну что, идем. Готовимся к расставанию. Не хочется с вами расставаться, но надо. Спасибо всем, кто со мной. Спасибо всем адекватным людям. Привет из Алании. Спасибо тем, кто решит поддержать меня, друзья. Сейчас кошачью еду по новым ценам. Скоро покупать уже. А цены поднялись. Никого, просто никого. Нет, там наверху есть люди, но мало. Вчера даже Маркиза. Да Маркиза, Маркиза не часто надо о себе знать. Маркизочка. Это та, у которой были вот эти 5 котят, которые под лестницей жили. Кто жил? Кто жил, кто смотрит все видео. Помните, да? А потом она от них отреклась. Она не хотела им заниматься. Куда они делись, я не знаю. На, Маркизенька. Боже, какая-то тишина вообще. Кто к нам летит? ПТУшкин. Папа всех детей. Папа всех маяковских детей. Ты элементы платишь всем? Ты отец героин. А? Отец героин. Привет. Привет. Опа. Пушкин. Маркиза, ну я ж тебя там насыпал. Чего ты идешь? Или ты к нему идешь? Он тоже твой этот. Ну да, через еще.
Да, с газов тоже все. Малышка, а ты где? Малышка не услышала, а малышка если что. Обратно пути. Давайте еще чуть пройдем. Там хоть и не темно особо. Малышка спит где-то. Я особо не зову, может, я спит, сейчас позвал. Она, может, прибежала, но назад подойти, она меня услышит. Вчера часов 8, наверное, здесь был, да, я шел с Клеопатрой, или раньше даже. По-моему, когда я уже был у Хасана, по-моему, уже темно было. Да, начинало темнеть точно, мое любимое время было тогда. Начинало темнеть. Черной нету, бывали 3 дня. Тут котика вообще периодически собирают службы специальные на стерилизацию. В принципе, они их как бы должны выпускать там, где они их взяли. То есть каждую кошку они подписывают, где они ее взяли. То есть вот может быть и с этим связано, что кошки иногда исчезают. И... Ну все может быть, выпустили по ошибке в другом месте, может быть. И вчера вот эту рыжую, когда увидел, которая вот эта, мне показалось, что у нее ухо раньше не было обрезано, у него или у нее. Вчера я увидел, что ушко обрезанное, то есть стерилизовали. Может быть, та рыжая тоже где-то сейчас. Не знаю. Ну, черненькая нет. Черненькая нет. Кота вот этого нет, который... Гастролер, который вредный. Черненькая нету. Дня 3, наверное, уже. Рыбаки есть. Все, мы вышли в свет. Можно еще пройтись 5 минут с вами. Не вижу у них рыбы. Ведерок с рыбой не вижу. Так, и мне уже жарковато стало, все, спина уже мокрая. Такие-то. Можно было не такой теплый свитер одевать. Есть один еще. Но я думал, что будет холодно реально. Короче, очень холодно это когда 10 градусов ниже. От 10 до 15 это прохладненько. А после 15 это классная все-таки погодка. Она редко бывает некомфортная в Алане. Только когда ветер. Конечно, если сейчас включить сильный ветер, конечно, будет сразу не такой комфорт, как сейчас. На майке сидят романтики. Немало. Две лавочки. Вижу мои коски, которые сюда выходят видом своим. И на них есть люди. Так, вот так поделаем. Потому что меня услышат. Классная прогулка получилась. Боже, и мы к Красной башне пришли, до маяка дошли и даже на этот сходили наверх. Немножко крепости, на пляж посмотрели. Честно, не думал, что я столько буду сегодня снимать. Но это легче, чем монтировать потом из сотен кусков, собирать одно видео, боже мой. Тем более, когда компьютер за 1000, а не за 5000 евро, естественно. Мечта моя. Главное будет комп за 5 штук. Надеюсь, это будет. Все летать будет, конечно. Всем мира, добра, позитива. Кто в Алании, кто приезжает. Сейчас теплого моря, теплого воздуха, солнышко. Меньше дождей. Мы смогли насладиться теплом. Полно людей на маяке. На всех абсолютно лавочках я вижу. Где? Где наш маячочек наш? Вчера такой ветер был, я не знаю, как она, когда я ушел, как они тут это. Ну, она может зайти, правонно сидит. Маячок.
ты ленишься подойти. Маячок сидит, маячок. Так, уже дождей нет, вам воду можно наливать. Наверное, сейчас я водички налью, поставлю. Маячок, в рыбаке, я понял, она сидит, ждет. Ну, ты, значит, не голодная, раз не летишь ко мне, сломя голову. Красивый маячок. Привет. Ну, здорово с собой, с обществом. Ну, звезда. Спасибо, спасибо. Спасибо, что поздоровался. Ладно, я тебе могу на камушек прям еду дать. На, а водички я там возле поставлю на лавочке. Приятного аппетита. Духу рыжая отрубила. Рыбаки там, она поэтому здесь сидит, сторожит, думает, она вдруг угостят чем-то. Ну что, друзья, все. Надо вас выключать. Знаю, что есть люди немного, но есть те, кто хотел бы еще пройти до Хасана со мной. Зачем я это сказал? Не, ну теоретически. Не, ну до Хасана вряд ли, друзья. Там много темных мест будет. Наверное, все-таки давайте выключаться, потому что все-таки так же много я прошел. Не. Там сейчас не будет особо ничего интересного, вот по этой набережной лодочке эти вы все видели, кораблики. Там абсолютно ничего не будет, там и людей-то нет практически, поэтому давайте выключаться. Тут просто участок, пока до Бумбалык дойдешь, лишние 5-7 минут будут. И не будем растягивать, потому что оно будет грузиться. Монтировать-то его не надо, да, оно-то загрузится, куда оно денется.